После Кореи я думал, мне не подняться. Айронс дал мне цель, ради которой можно жить. Но войти в дверь – это первый шаг. Потом надо доказать, что ты пришел не зря. Первый шанс я получил через 2 месяца. 12 часов назад на научно-техническом саммите в Лагосе был взят в заложники премьер-министр Нигерии Самуэль Абидойя. Мы считаем, что это дело рук КВА, террористической группировки, которую финансируют бывшие чеченские сепаратисты. Местонахождение и личность ее главаря по кличке Аид по-прежнему неизвестны. Хотя причины похищения не ясны, оно явно продолжает серию приписываемых КВА нападений, имевших место в течение последних лет. Ваша задача – войти в контакт с командующим спецслужбами капитаном Аджани и обеспечить немедленное освобождение премьер-министра. Они думают, что умеют освобождать заложников. Мы покажем вам класс. Шевелись, салага. Да погоди еще. Нет синхронизации. Так, есть. Впечатляющие штуки. Ух. Не влюбись в эти игрушки. Все равно дело не в них, а в солдате. Гидеон, мои люди на местах. Мы готовы начать операцию по сигналу. Понял. Через 5 минут. Господи. Постарайся не угробить нас, салага. Вас понял. Трафик. Лагос, Нигерия. Типскета, специалист, щит, да, магнита, печатки. Что у тебя? Пошел сигнал с дрона. О, другое дело, я настройки поменял. О, это вот это уже готовность. Круто выглядит. Подходим к зданию. Два человека к окнам. Уходим, уходим! У нас гости из КВА. Южная комната, 2-й этаж. Защищайте дверь! Продолжаем движение. По местам! Впереди конференц-зал. Пожалуйста, я... Остаться здесь должен только я. Это премьер-министр. Босс, смотрите, кто с ним. Он умрет без медицинской помощи. Уберем его. Наш приоритет, премьер-министр. Мы люди. Мы умрем. Виновные и невинные. Вопрос лишь в том, когда и как. Мы все в руках Божьих. Его убийство ничего не даст. Ты ошибаешься. Оно даст нам очень много. Убили заложника. Будем атаковать. Атлас 2-1, у вас все полномочия. Всем-всем, мы можем идти. 3 минуты до рубежа, Альфа, отчет пошел. Если мы ударим, они убьют премьера. Они все равно его убьют. Мы его вытащим живым. Давайте поживее. Погнали. Видеосигнал от командования. Покажем им, на что способен Атлас. КВА слишком долго терроризировала регион. Пора им намекнуть. Пожать руку премьер-министру, и весь регион будет мой. Возьмите его живым. И помягче. Давление? Какое давление? Удачи. Давление? Какое давление? Никакое. Все равно, что какие-то с текстурами проблемы, я не понимаю. Как-то экран сейчас нормальный, а теперь у меня текстуры какие-то... Блин, я не понимаю, почему. Копался в настройках, и ничего не помогает. Мои люди на позициях. Без команды не стрелять. Понял. Включить магнитные захваты. Вверх по стене. Давай, товарищ, полезли.
площадке до него не доцепятся. Блин, реально такой шум. Сдается, мне интересно, как меня еще не услышали. Мичел, готовь глушилку. Комната заложников в 100 метрах. Сюда. Пророк, мы зачистили периметр здания, выдвигаемся к точке X. 2-1, понял. Вперед. Чисто. Митчелл, Джокер, посмотрите, что там. Здесь ничего необычного не вижу. Что это было? Гармонический импульс. Засекает органику за любой преградой. Начинаем выступление. Ладно, Митчелл, ты будешь нашими глазами. Разведка засекла 4-5 КВА. Уберем их вместе. По твоему выстрелу, Митчелл. Митчелл, отметь цели. Подержи нам. Они собираются казнить заложника. Черт, не блин, я с тем заложником все возил, сымат, нет. Выступление. Ладно, Митчелл, ты будешь нашими глазами. Разведка засекла 4 бойцов КВА. Это враги отмечены. Серьезно? Начинаем выступление. Ладно, Митчелл, ты будешь нашими глазами. Разведка засекла 4 бойцов КВА. Уберем их вместе. По твоему выстрелу, Митчелл. Все цели уничтожены. Группа «Атлас», всем стоять! Похоже, Аид смылся. Это не наша проблема. Митчелл, охраняй премьеров. Освобождаем. Они убили всех заложников. Ученых с нашего саммита. КВА были нужны они, а не мы. Аджани. Что? Мои люди видели их в фургоне. Цвет. Какой цвет? Белый. Где он? Что? Уходят из центра. Отлично, пошли. Альфа, на вас периметр. Сэр, вы в безопасности. Спасибо, солдат. Ну, в шоке. Ну, ладно, оставим его наедине с шоком. 2-1. Камера засекла белый фургон на Independence Road к юго-западу от вас. Понял. Привет. Я знал, я, ребят, понимал, абсолютно понимал, что я делаю, но... Мне было интересно, что будет силы ударить. Камера это глупо, это очень глупо. На Independence Road, к юго-западу от вас. Больше не бьем никого. Вот он меня так посмотрел, что мне хотел. Черт, так час. Пропустите. Черт возьми, тут слизня уже началась. Что слишком часто я... Убирайтесь, сороки! На крыше автобуса брать РПГ! Брось в них сенсорную гранату! Запамятовал. Ай! Снова. Я не знаю, что ты не туда смотрел. Сказывается, наверное, что мало сплю и час ночи. Убирайтесь, сороки! На крыше автобуса враг с РПГ!
Брось в них сенсорную гранату. Лежать. У них пулеметы, не лезь! Лови щит, держи мой щит. Отступлю. По переулкам. 2-1. Грузовик в половине крика к югу от вас. Сюда. Вас понял, мы на месте. Вперед! Бежать. Сейчас нигде не спрячешься, везде резня. В принципе, я знаю, слишком на рожон лезу, но раз уже, знаете, раз уже залез, то... Особо я не могу комментировать, знаете, это экшен. Все такое, тут нечего сказать. Быстро. Да, срочно, срочно наверх. Я хочу жить. Черт! Внутрь! Контактная турель укреплена! Нужно обойти ее с фланга! Митчелл, заходи с фланга! Я что делаю? Я пытаюсь. Зайди ублюдку за спину! Отличная работа, Митчелл. 2-1. Грузовик съехал к западу на Liberty Highway 500 метров. Мы уже близко. Сюда. Надо перебраться через эту стену. Сейчас переберемся. Никаких проблем. Давай через дорогу. Давай через улицу. Я пошел.
симулятор перебегания дороги, стремновато. Никто не останавливается, знаете, никто не обращает внимания на то, что, беги через может улицу. Быть, по нам стреляют и все остальное. Сейчас перебегу. М14 никуда не делась, кстати говоря. Она есть в каждой Call of Duty, даже самый первый Call of Duty. Нет, самый первый, конечно же, ее там нет. Фух, выскочил. Собачки имеются. Митчелл, у тебя задание. Митчелл, за мной. Я же полезть хотел. Грузовик в зоне видимости. Вижу. На черт, не могу прицелиться. Да пошло оно все. Начинаем. Все, сели на автобус, давай, едем, едем. Уничтожь джипы! Готовься к прыжку! Главный водитель. Гидеон, мы вас не видим! Преследует цель, идет на юг по шоссе, найди транспорт и за мной! Вас понял. Держись ближе. Так-то. Блин, я не хочу протезы еще и на ноги. Черт, убили. Я стал все-таки стоять в лобовом стеклу, потом понял, что машина бронированная. Убить, ну, я осознал визуально, что машина. Нормально. Наверх. Прыгаем. Я что-то не так сделал, или так было задумано? Это я что-то не... Это странно, я нажал на пробел, я все сделал, как мне написали. Спасти уч... Я выполнил... Когда я выполнил это задание? Потому что я никого не спас!
У меня заложники тонут. Просто жмать пробел надо. Да, выполнил. Эй, не спим. Отдохнем, когда я скажу. Пожалуйста, скажи мне, что он жив. Да прекрати ты, он дышит. С трудом. Какого черта им от него нужно? Не знаю, мне плевать. Это решать большим шишкам в штабе. Тебе что, мало платят, Аджане? Вы сделали все, что обещали. Сегодня я угощаю. Ты молодец, Митчелл. Круто, я молодец. Хедшоты, да, 45 штук, биты гранатой. Хотя, не знаю, там, наверное, не в штуках написано. Так, витальная, бег, батарея, перезарядка. Знаете, скорость перезарядки немножко все увеличим, быстрый прицел. И отдача тоже не помешает. Что же, ребята, это очередной уровень игры. Спасибо за просмотр. И до следующей серии. Которая будет уже попозже чуть-чуть. Потому что... А, нет, будет сейчас я... Сон потом. В первую очередь, ребята, этой игры. Конечно же.